И всем привет, с вами Клонли Бой. Сегодня у нас обзор на вот такой вот замечательный набор по серии Лего Экзофорс. Да, у меня канал теперь не только про Звездные войны получается, а там про все возможные серии Лего, не только даже Лего, но... Ну, а Звездные войны никуда не делись, не переживайте, мне еще будут куча обзоров и на Звездные войны, и на все, чего захотите, но в основном все равно будут Звездные войны. Просто решил делать обзор на Экзофорс. Вот такой маленький набор. Я его нашел на eBay. Вот. И там я вообще заказал 4 набора. Там чувак продавал их все вместе, наверное, коллекцию. Вот, сначала сделаю обзор на него. У меня, к сожалению, от него нет инструкции. Ну, в принципе, он и так маленький, что у него еще и инструкция показывает. Давайте начнем с фигурки. Вот так вот выглядит. Да, на многие, конечно, не запринтованный, но, блин. Это 2006 год, если что, чтобы вы понимали. Причем в 2006 году уже вот такие вот принты крутые делали. А, они крутые. И волосы, смотрите, какие. Даже вот на голове какие принты ровные всякие вот. Два выражения лица. Волосы вообще, мне кажется, замечательные, фиолетовые такие. Как сказать, не знаю даже, как сказать. Ну, в общем, вы видите, крутые всякие такие, пышные. Вот. Это, опять же, повторюсь, еще в 2006, да. В 2006 году еще такие делали. Вот сам набор. У нас тут две наклейки на ногах. Вот такие ступни. Подвижные на трещотке. С обоих сторон, соответственно. Тут подвижно. И также могут двигаться вот так вот в сторону. То есть он может даже вот так вот как-нибудь там встать, но не надо лучше. Вот, у нас вот две наклейки, как я сказала, и тут еще две наклейки. Ну, вот. У нас тут имеется место для человека, всякие рычажки и деталька с наклейкой там монитора, компьютера. Мы сюда садим нашего человека. Вот так. Вот, руки у него разболтаны, но это потому что чувак такой, ну, так сказать. Это уже не самого набора проблемы, а лично мои, потому что тот чувак, который мне это продавал, мне он там с ним как-то, видимо, играл активно, и у него они немного там расшатались. Но небольшая беда, на полочку поставить не сильно, вот так вот. Вот. Смотрите, какие щитки, кстати, замечательные. Такие сейчас не используют. И вот такие пушки. Но смотрите, пушка, мне кажется, выглядит вообще бомбически. Двойная такая. И с другой стороны у него ракеты. Вот. Ну, в принципе, все. Причем собран он очень просто из минимальных количества деталей. Тут даже до 60 деталей нету, я считал. Меньше 60 деталей, но при этом вот такой прикольный робот. У нашего... Да, вы можете сказать то, что у него тут не закрыто, ничего, пуля попадет, он помрет, но... Ну, все же, посмотрите, он стоил при старте, ну, долларов 5, может быть, 10, не больше. При том, что, опять же, выглядит он круто. И фигурка в нем на тот год, хотя даже на сейчас, очень крутая. Поэтому, ну, вот так вот его поставить на полочку, и вообще замечательно. Поэтому все. Всем удачи, всем пока. Скоро будут еще обзоры на Экзофорс. Звездные войны и вообще на все. Но в основном на Звездные войны. Поэтому всем удачи и всем пока.